Они по крупицам собирают память и сохраняют ее для потомков. Курские историки вернулись из очередной поездки в Сербию. Вот уже третий год преподаватели и студенты ИСТФАКа КГУ ведут работу по восстановлению имен эмигрантов, солдат и офицеров, захороненных в братской стране. В этот раз к ним присоединился Игорь Цуканов, руководитель центра «Поиск». Организация получила в 2017-м президентский грант на реализацию важного проекта. Вся предыдущая работа проводилась только в столице Сербии, Белграде. На этот раз куряне расширили географию поисков. За 10 дней историки посетили 6 городов. Нашли совершенно новые, не зафиксированные ни в одном архиве имена наших земляков. Мы тебе из охранения проверил, уже они не числятся в базе данных «Мемориал», в Министерстве обороны, потому что сейчас интенсивно идет работа по увековечению памяти погибших в Первой мировой войне, и в том числе военнопленных. Причем в городе Зрянянин нам удалось раздобыть материал, то есть списки, там 85 человек захоронен в этом городе. Всего куряне привезли с собой больше 800 имен. Периоды разные. Первая и Вторая мировые, белая эмиграция. За 10 дней проделали колоссальную работу. Признаются, что сербские коллеги оказали им радушный прием и очень помогли в поисках. Теперь все найденные имена увековечат для потомков. Это будет уникальный ресурс, оригинальный ресурс, начало которому уже положено сайтом, который мы сделали вот в период 2014-2015 года, были 3 экспедиции организованы. Сайт называется «Русский некрополь в Белграде». Вот, там уже около 2000 человек отмечено. Но еще раз подчеркну, все, что сфотографировано захоронение там, они уже были списки архивные. То, что мы сейчас обнаружили, этих списков в принципе не существует. Куряне на этом не остановятся. Специалисты уверены, искать и вписывать имена наших соотечественников на страницы истории следует как можно скорее. Кладбища и памятники разрушаются день ото дня. Уже в конце мая планируется новый визит в Сербию. Анна Пикулина, Антон Судженко, телеканал «7».